сегодня красную смородину. Будем варить из нее варенье 5-минутку. Ягодки очищаем, все перечистим сюда. И будем варить 5-минутку. Вот сколько ягод и столько песку. Высыпаем в мисочку чистенькие ягодки. Уже с соком. Так. И засыпаем песочком. Примерно килограмм. Почти килограмм высыпаем, это ставим. Ставим на плиту. На средний огонь. Через 5 минут можем мешать. Через 2-3 минуты уже там сок дал. Можем мешать. Делаем на средний огонь, на тихий огонь. Тихий огонь делаем и мешаем. Уже сок дал. Все, уже готово почти. Мешаем, перемешиваем тщательно. Сок быстро дал, ягода спелая. Как закипит, и варим 5 минут. Помешивая, снимая пеночку. Вот ждем, когда закипит. Оставляем, ждем, когда закипит. Делаем тихий огонь. И варим 5 минут, помешивая и снимая пеночку. Пеночка. Варенье поднимается, убавляем, значит. Главное пеночку нам снять. Первые. Если варенье поднимается, еще убавим. Ждем 5 минут, помешивая, снимая пеночку. Будет 5-минутка. Варенье как настоящая свежая ягода будет, душистая. Красная смородина. Еще 2 минутки. Варенье почти готово. Вот у нас прошло. Снимаем последнюю пеночку. Помешали. И выключаем. Все. Варенье готово. Варенье готово. Приятного аппетита!